По-европейски делается ремонт. Мы лично смотрели, что мы ему такси вызовем. Народ разойдется и звоним по телефону. На пет. Конечно. Перед педом остановка. Жалмассив, она как сейчас называется. Ну, короче, Северов там поют на этом ответе играет. Ну, которого мы видели здесь. А я смотрю, думаю, в чем друг белую рубашку. Пашкин друг другу. Что понятно? Потом до меня доходит, что это не Чайковского, ордера 1812. Не успеем.
Yeah.
открыть. Начинается новая страница нашей истории. Великое прошлое всегда дает надежду на великое будущее, за которое мы с вами в ответе. Дорогие друзья, примите еще один подарок от российских железных дорог. Здесь, на железной дороге, сейчас поезда гудят в честь открытия замечательного памятника Александру Третьему. Завершение чина освящения памятника императору Александру Третьему проводит глава Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви митрополит Новосибирский и Бенский Тихон. Через 3 минуты на 3 года.